Ну вот и все. Давно я хотел такую футболочку. Там еще на спине. Видно, не видно. Вот. И еще. Ну, черную, в общем, и белую еще такую вот заказал. Все, так что все. Всем привет. В общем, ну, давно уже хотел сказать, что птицы меня просто уже одолели. Там вот видите, щелки между досочками. Вот, и они там живут. В общем, пролазят туда насквозь прямо. И поэтому я сегодня закупился вот пеной. И хочу пропенить вот эти все швы, чтобы они, ну, избавиться от этих птиц. То есть они вредят, там капец, все клюют, раздалбливают. Здесь я уже половину запенил. Сейчас еще остатки. Остатки запенил. Теперь маленько осталось. Буквально вот. Все. А не знаю, сейчас посмотрю. Я взял пену, в общем, она замерзает на морозе. Ну, она от минус 10 работать ей надо. А у нас минус где-то 15. Ну, стараюсь по-быстренькому. По-быстренькому. И вот таким макаром. И запениваем. Короче, пена не та. Не та. Все, заехали, машину загнали. А где масло достанем? А, вот. Вот масло такое было, шелхеликс заливать. Я его заливал в девятку, в четырку заливал. И сейчас сюда тоже заливаю. Такое же. Слава тут что-то делает. Полирует пары. Ну все, сейчас с ним открутим эту крышку. Вот полезу вниз откручивать гайку сливную. И поменяем, еще поменяем фильтр воздушный. И фильтр салона. А, ну и масляный фильтр тоже поменяем. Так, все открутили. Сейчас откручиваем гайку. О, негрольчик полился. Все, сейчас мы здесь подставим вот такую досочку. И пусть он пока сливается. Вот новый фильтр. Там посмотри, может этот что-нибудь убрать на воздух. Нету этого мусора. Не. Ну все. Да, в принципе, а нет, старый уже тоже капец. Старый уже забит. Я его уже переворачивал, кстати. Старый. Ну все. Что-то подожди, тут не село вроде. Он сядет. Прижмется? Да. Ну ладно. Все, масло сливается. Фильтр масляный тоже открутил. Сейчас будем здесь разбирать этот. Фильтр воздушный. Ой, ну, фильтр салона, в общем, короче. Кто понял, кто не понял. Я сам нихуя не понимаю. Материться не надо, конечно. Вот фильтр салона. Короче, ну я его не менял уже пару год, наверное. Потому что он вот такой весь уже грязненький. Все, сейчас установим новый, вот. Они почему-то постоянно разные какие-то мне попадаются. То такой вот, да, вот с этой с обоймой. То вот такой вот. Там широкая какая-то вот полоска. О, проткнул. Чё, фильтр надо наливать?
чуть-чуть наливаю. Я вообще не заливаю. Вот напишите мне в комментариях, надо в фильтр заливать масло, когда меняешь фильтр. Или не надо. Но я залью. Зальем его. Так, вот. Половинку я бы залил. И смажем еще резинку обязательно. Так я немного так вот налил, она ушла. Все. Ну все. Пришли с Артемом за водой. Да, Тема? Что, да. Кидаешь? Кидаешь воду? В эти монетки? Да. Вот так вот надо кидать, молодец. Все. Так, подожди, сейчас бутылку поставим. Все, зеленую нажимай. Понятно. Зеленую. Вода пошла. Чопая. Она чопая.